Туристичний зльот пам'яті Василя Катянкова проходить з 2008 года. У Доску Василь Піліпович більш за півстагоддя працював наставником фізичної культури. У пам'яті об ім удячні учні штогод проводять спаборництви. Ініціатори турзльоту – випускники Доуської середньої школи. Яни ж забезпечують призи переможцям. Команда переможця отримлює корисний туристичний інвентар. Всі випускники, ті, які коли-то займалися у нього, їм теж це все пам'ятно, ці зльоти, вони коли-то туди їздили, ну і тому вот именно такая идея родилась тоже провести именно с летом это вот все мероприятие. И начинали мы вот такие тоже слеты с ним, как-то первый в Рогачевском районе. У нас, конечно, не было таких великолепных палаток, таких условий. У нас были брезентовые палатки, которые мокли там, и мы под дождем, это все под открытым небом. Сейчас, конечно, видите, ребятам легче, все интереснее. Вот, ну, молодцы, что отзываются, что поддержали нас, ну, вот в таком этом мероприятии, очень приятно. Соправдный фаворит спаборництва – команда Доуской средней школы. Яна перемагает уже несколько год запар. Традиции туризму тут заклав миновито Василь Катянков. Гэтую справу зараз протягивает наставник белорусской мовы и литературы Петр Ахремчик. Он сам, кстати, вообще никогда не курил. Он практически не употреблял спиртного. Он начинал каждый день зарядки, свой рабочий день. К этому приучал детей. И уже в преклонном возрасте, когда он заканчивал работу в школе, он на любом снаряде все виды упражнений показывал детям сам. На протягу трех дней школьники будут спаборничать у туристично-прикладным шматборье, спортивном ориентовании, примут удел у конкурсных программах. Школьники пройдут несколько дистанций у темлику и долгих. Подчас переодоления конкурсных этапов яны смогут ближе познакомиться с историей родного краю. Здесь святые места. Течет река Тун и... Из 30-х годов фрагмент скульптуры пионерки, который стоял на центральной площади, находится в реке. Здесь красивая природа. Я думаю, мы эти традиции будем еще продолжать на долгие года. Организаторы плануют, что турзлет памяти Василя Катянкова станет международным. В наступном году запрошение до удела отримают школы в области и всей краины. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» из Рахачевского района.